Одной из точек дислокации трудового десанта муниципальных предприятий стала Лысая гора в Солочи. Перчатки, мешки и грабли стали главным орудием за чистоту. Телеканал «Город» решил присоединиться к общегородскому субботнику и помочь администрации убрать эти горы мусора. Здесь его действительно много. Одним субботником, конечно, не обойдется. Лесная сказка заканчивается, как только нога человека ступает в эти заповедные места. Печально, что виноваты в горах мусора сами люди. Более того, некоторые даже убрали за собой последствия бурного отдыха в пакеты, но взять забыли. Растаявший снег вместо подснежников обнажил белые пакеты, которые, к слову, очень долго разлагаются и наносят вред экологии. Убирать за несознательными гражданами из года в год приезжают представители администрации города и муниципальных предприятий, в частности, работники автоколонны. Были проведены работы по сбору и вывозу мусора и сухих ветвей в районе Лысой горы в Солочи. Больше всего бутылки, конечно, бутылки, фантики. И бутылки, вы знаете, даже такое ощущение, что их специально бьют. Да, то есть не просто выбросили, и мы потом могли бы достаточно быстро убрать, а приходится осколки собирать, для того, чтобы не поранились. Потому что дети здесь же много отдыхают, гуляют. Поэтому актуальность данного вопроса, она стоит остро. Они самые настоящие борцы за чистоту. На субботник в Солочу приехали более 200 человек. Было вывезено 12 самосвалов мусора. А ведь самое интересное, те, кто не привык за собой убирать, приедут сюда еще не раз. Культура отдыха как бы должна повышаться. Вот приехать сюда неделю назад, ну как бы для прогулок воздух хорошо, а на взгляд, ну много всякого мусора валяется. Очень прошу, чтобы да, люди культурнее себя вели. В уборке мусора администрации города помогали сотрудники МЧС, которые распиливали сухой валежник и грузили в самосвалы. Весь остальной мусор был собран в пакеты. Их количество впечатлило даже тех, кто участвовал в субботнике. Впечатление, конечно, ужасное. Вот. Мы сегодня были на Лысой горе, убирались. Конечно, это всеми любимое место, всеми нами рязанцами. Вот. Но мусора, конечно, очень было много. Вот, собрали очень много мешков, и мусор различный, и бутылки, и бумажки. Это был второй из трех общегородских субботников, организованных администрацией города. В нем приняли участие около 1000 сотрудников муниципальных предприятий, организаций и структурных подразделений администрации. Совместными усилиями было приведено в порядок 15 городских площадок. Общее количество вывезенного мусора – 180 кубометров. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».